Удивительным благословением для служения миссии Агапы стало желание наших воспитанников нести благую весть о спасении в разные уголки земли. Выпускники интернатов, бывшие дети-сироты, отправились в Кению, Непал, Индию, Кыргызстан, чтобы принести свет Господней любви и благодати в самые глухие и забытые места планеты. Миссия Агапы оказывает всяческую поддержку нашим драгоценным служителям. Это и оплата обучения в миссионерской школе, и материальная помощь для поездок и организации служения. Многие из наших миссионеров открывают детские дома, школы, приюты. И только Господу за это великая честь и слава.